Что могу сказать? То есть был в разных местах. И за границей, в общем-то, отдыхал, но никак не ожидал, что здесь будет такой сервис, такое питание, такое отношение к людям. То есть вот весь персонал очень приветливый, то есть везде приглашают, везде вот все. Ну и особое, наверное, никогда так глубоко не занимался своим организмом и лечением. То есть получается, там на земле как-то, ну, до этого руки не доходят, а здесь нам подарили такой шанс, такие оздоровительные программы, что, ну, грех не воспользоваться. И соответственно мы, в общем-то, это все используем. То есть, ну, куча процедур, там всякие массажи, ванны, там и стопы, ног там тебе помассировали, и все, что хочешь. То есть, ну, удивительно хорошо. Блаженствуем, вот так сказать. Сразу, как только сюда попадаешь, то есть окружает такая забота, такой уют, такое тепло, исходящее вот прям от персонала, который здесь работает, независимо, технический персонал это, либо это медицинский персонал, где хочется сказать отдельное спасибо за их внимательность, за их профессионализм. То есть здесь такая аппаратура, новейшие технологии, где мы проходим лечение, где мы проходим все обследование, которое, возможно, даже мы где-то в другом месте не можем в городах пройти, а здесь нам все это доступно. Чем мы еще здесь занимаемся, помимо того, что мы лечимся здесь, отдыхаем, причем досуг здесь тоже организован настолько великолепно, в общем, расписание на весь день, но каждый человек, конечно, выбирает то, что ему более приемлемо, то, что ему нравится. Вот. Помимо этого мы здесь занимаемся на тренинге с Владимиром Сергеевичем, с нашим вице-президентом, где он делится с нами, как всегда, своими знаниями, своим опытом, для того, чтобы наше пребывание здесь было еще более полноценным, еще более качественным. Вот и за все, конечно, то, что здесь я испытала, огромное спасибо нашему профсоюзу свободных предпринимателей. Просто я реально понимаю, что, возможно, без нашего профсоюза могла даже не знать о том, что есть вот здесь, в Чувашии, такой прекрасный санаторий. Я очень благодарна нашему профсоюзу, что он нас отправил на такой прекрасный отдых и лечение. Вообще санаторий шикарный, прекрасный персонал, все медсестры, персонал, врачи, лаборанты, просто душки. Они к нам очень хорошо относятся. Замечательные бассейны. Ну, я не успела побывать в силу здоровья на уличных бассейнах, но бассейн крытый, ну, просто я в восторге от него. Я каждый день плаваю по 5 кругов, где у меня такая возможность еще была. Ну, а кухня – это вообще просто фантастика. Про нее даже и говорить, я думаю, не стоит, кто-нибудь еще что-то расскажет. Вот, что еще? Очень хорошие номера, убираются ежедневно, это тоже немаловажный фактор. Ну, вечерние развлечения тоже очень замечательные. Меня зовут Татьяна Акименко, я приехала из Пскова. Приехала сюда, попала сюда по акции, которую объявил профсоюз. Довольно счастлива. Со мной мой муж, со мной моя внучка. Та вообще пищит от удовольствия. Мы довольны и счастливы, и довольны всем, что предоставила здесь санаторий, начиная от входной двери, заканчивая всеми процедурами, которые мы сегодня получаем. Ну и, естественно, в промежутке это ресторан и ресторанное питание. Плюс тот отдых вечерний, который объявляет сам санаторий. Когда я могу свою внучку оставить на полдня с аниматорами, я сама заниматься своими делами, мне это очень нравится. Вообще хочу сказать большое спасибо и благодарность профсоюзу за то внимание и ту заботу, которую он проявляет о своих членах профсоюза. На самом деле, потому что на сегодняшний день, в наше время, ну, мало таких компаний, которые уделяют большое внимание своим партнерам и своим сотрудникам. Это не только восторг, это не только такие бурные, классные эмоции, да, от самого заезда, вот как мы только шлагбаум, до того, чего мы увидели, так как нас встречал персонал. Во-первых, мы встретились с коллективом, с которым не виделись. У нас в этот раз сборная со всей России. И достаточно здорово, что мы вот собрались. Это обмен опытом, конечно, безусловно. Это не первый санаторий, где я была, но в отличие от других, хочу показать разность. Во-первых, приветливость персонала, что везде здороваются, везде пожелания там добра, выходных отличных. Очень нравится, что
они проявляют эту заботу. Это даже не от того, что им заплатили, а это чисто человеческое отношение. Это очень приятно. Компания наша, конечно, супер. Профсоюз наш бесподобный. И наши ребята, ну, все до единого достойны здесь быть. Потому что они переняли наш флаг, который мы им передали сейчас. Да, и они продолжают работать за нас, а мы продолжаем отдыхать за них. Поскольку они уже отдохнувшие, да? Отдых просто шикарнейший. Просто даже это не то, наверное, слово. Настолько приятный персонал, настолько внимательный. На каждом повороте где-то стоит аниматор. Сегодня будет это, завтра будет это. У нас очень много программ интересных. Как бы каждая минута вашего этого отдыха продумана. Лечение настолько уникально, настолько вот конкретно каждому человеку подходит, каждому, каждой личности. И вот полностью у меня была мечта, мне всегда некогда о себе подумать. У меня была мечта узнать, кто я, из чего я состою. И сегодня прям у меня такое прекрасное настроение, поскольку полностью изучили мой организм, полностью сделали все дорогостоящие УЗИ, какие только существуют. УЗИ мне все сделали. Я абсолютно здорова, я очень рада и счастлива. Благодарна нашему профсоюзу, который мы, конечно, очень трудно шли, но сделали. И этот профсоюз сегодня радует всех-всех-всех наших ребят. Я вообще санаторный курорт на первый раз в жизни попалась, да? Поэтому спасибо Владимиру Сергеевичу, что такое удовольствие я получаю в жизни первый раз. Мне здесь очень понравилась и команда, и все вообще работники курорта, медперсонал. Я первое хочу сказать, они оказывают большую помощь. Когда мы сюда ехали, в принципе, уже была некоторая информация, и сложилась какая-то некоторая картинка, с чем мы здесь столкнемся. Но действительность превзошла все ожидания. Просто великолепное место. Я даже не знала, что у нас в России есть такие красивые места. Я тоже живу в красивом месте, но здесь это что-то волшебное. Ты попадаешь в русскую сказку с березками, с кроликами пушистыми, с таким очень вежливым и внимательным персоналом. И я думаю, что в этом тоже есть лепта нашего руководителя, нашего профсоюза, потому что отношение мы к себе чувствуем, ну, просто какое-то особенное. Какая-то забота, тепло, ласка какая-то тебя обволакивает во всем. Замечательная база лечебная, великолепные процедуры. Просто купаешься в каком-то внимании и роскоши. И понятно, что нам здесь общаться очень приятно и легко, и на любые темы. У нас здесь отдыхает несколько команд. Мы все сдружились, все познакомились. Очень весело проводим время, которое у нас остается совсем немного свободное. Но самое интересное, что с нами происходит, это, конечно, наш тренинг, который проводит наш руководитель Владимир Сергеевич Солошенко. Вот где у нас заряд эмоций, бодрости. И действительно, именно этот тренинг позволит нам после этого отдыха достичь еще больших вершин. В санатории увидела людей, которых только слышала или переписывалась в скайпе. И вот сегодня мы с ними повстречались и уже познакомились лично. Очень много информации, которой мы обмениваемся, потому что мне, допустим, интересно, как у них это развитие происходит, да, с чего они начинали, какой статус, какая команда. У них такой же вопрос к нам, потому что, ну, какой-то симпатия друг к другу есть, потому что объединяет одно дело. Мы приехали небольшой командой от Ивана, у нас приехало всего 3 человека, но мы думаем, что как раз мы сливаемся со всей общей командой, и дальше будет тенденция развития, у нас еще интересней. Мне курорт понравился. Здесь самое главное – природа очень красивая, которую, может быть, я никогда не видела. Да? И люди тоже такие же необычные, и работники, и мои партнеры. Со всеми, конечно, я здесь всех увидела, сколько у нас в команде. Да? И хочу всем моим казахстанцам, которые не приехали этот раз со мной, я пожелаю им, чтобы они здесь все побывали. И особенно с семьей, конечно. Лучше здесь с семьей оказывается быть. Безусловно, хочется вернуться сюда с семьей, с детьми. Потому что вот если, ну, как, наверное, у нормального родителя хочется то, что ты увидел, чтобы увидели это твои дети, твои близкие. Ну, очень много хочется говорить слов благодарности именно нашему профсоюзу.
переполняет гордость от того, что мы его сами создавали, да, но мы никак не думали, что это будет вот так масштабно, что это будет вот так глобально, что это будет, ну, круто, что это так будет. Ну, мы это сделали, и спасибо, конечно, Владимиру Сергеевичу за все, за то, что вот предоставил нам, за то, что был такой промоушен, и нам за то, что мы это сделали. Хочу еще сказать, что наш заезд очень примечателен тем, что у нас собраны очень многие команды, лидеры с разных городов, с разных команд, поэтому этот такой какой-то дух, он настолько нас объединяет, потому что действительно наша компания, я не знаю еще никакой другой компании, где лидеры все вот могут настолько объединяться, настолько искренне оказывать помощь друг другу, советы какие-то полноценные давать. Попала в сказку. Когда приехала сюда, вначале мне показалось, что мечты на самом деле сбываются. А когда я попала на медицинские процедуры, я была в большом-большом глубочайшем шоке. Почему? Потому что вежливое обслуживание, персонал. В последнее время с большой нашей нагрузкой посетить даже просто медцентр для обследования времени не хватает. А здесь, благодаря тому, что профсоюз оплатил нам и отдых, проживание, и лечение, у нас есть возможность и пройти обследование, и, что самое важное, получить процедуры медицинские, естественно, поправить свое здоровье. Я безумно благодарна профсоюзу. Это и есть одно из основных направлений в развитии нашего движения, потому что путевка была абсолютно бесплатной, и я понимаю, что она стоит недешево, но понимаешь, что такое профсоюз, когда получаешь вот такие подарки от компании. Я очень благодарна. Я приехала сюда не одна, я приехала сюда с командой, и команда вся довольна. Все отдыхают, все проходят медобследование, лечатся, и я надеюсь, что все вернутся с еще более поднятым настроением, получившие заряд бодрости, энергии, и начнем двигаться вперед.